Заходите к нам, вкусный рис покушайте. Держите. Молодой человек, вы мне так понравились. Реально? А, да, можно с вами на свидание сегодня сходить? Извините, вы вообще сколько зарабатываете вот на этой работе? Ну, а что такое, какая разница? Ну, просто с людьми такого достатка я не хожу. А какого достатка вы бы хотели, чтобы я была, чтобы со мной пойти? Ну, чтобы там от 100, от 150 тысяч. Вот вообще нормально было. Ну, я просто классная девушка. Я очень веселая, общительная. Ну... Я знаю много анекдотов. Ну, вы вообще знаете, кто я? Кто? Ну, известный тиктокер. Ага, да, как интересно. Поэтому такими я не хожу. Извините. Но, знаете, на самом деле, мне очень обидно это слышать. Это мое заведение, и я сейчас раздаю листовки, визитки просто потому, что мой промоутер отошел в туалет. И поэтому, знаете, вы знаете, кто я? Я тоже известный тиктокер, известный блогер. Да. Да, посмотрите, сколько у меня подписчиков. Вау. Ну, пойдем. Ну, знаешь, теперь как бы уже мнение это не актуально, поэтому извини, пожалуйста, проходи. Ребят, заходите, вкусная пицца, вкусные пирожочки, заходите к нам.